Дети из Ульяновской области побывали на главной окружной новогодней елке в Нижнем Новгороде. На праздник пригласили почти 1000 детей из 13 регионов Приволжья. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, победители и лауреаты всероссийских предметных олимпиад и соревнований, а также ребятишки отцов, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО. Дарить детям новогоднее чудо – добрая традиция для полномочного представителя президента в ПФО. Ребята, на самом деле, приехали сюда за настроением, и, естественно, хочется пожелать им это настроение здесь получить, и получить незабываемые эмоции, яркие впечатления. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы эти ребята, которые приехали сюда, попытались реализовать весь свой потенциал, все свои возможности. Ребята окунулись в мир сказки «Добро возвращается». Это история об удивительных приключениях увлеченных фотографов в заповедном лесу, где хранит подарки Дед Мороз. Представление подготовили артисты филармонии, юные воспитанники детской студии при ансамбле народной песни и танца «Любава». После праздника юные гости Нижнего Новгорода отправились на экскурсию по городу, посетили праздничную ярмарку. Александра Никитина, Улправда ТВ.